Спасибо, уважаемые зрители. Нам очень приятно, что вам понравилось. Я вижу, что по вашим аплодисментам, что это так. Я хочу сделать одно маленькое заявление специально. Дело в том, что наш оркестр, сегодня у нас день рождения, у нашего оркестра сегодня нам исполняется 7 лет со дня образования. Спасибо. И образовался наш оркестр благодаря одному человеку, который сегодня сидит в нашем зале. Я хочу ему предоставить слово. Это депутат областной думы, кандидат на пост мэра Виктор Александрович Ленин. Дорогие мои любимцы, я думаю, здесь после того, что мы услышали, надо быть немногословным. Это действительно здорово, что у нас есть свой муниципальный оркестр русских народных инструментов, что он в постоянном поиске, и то, что мы сегодня увидели, конечно, ваши аплодисменты, они как раз оценка того, что делает Валерий Левович. Они сами себе сделали подарок, нам сделали подарок. Я одно хочу сказать, что у вас есть ваши почитатели, у вас есть помощники. Дай вам Бог всего хорошего, новых творческих успехов. Мы с вами. Спасибо, дай вам Бог всего самого. Все, что вы хотите. Спасибо.